Вот мне говорят, нужно было пойти учиться, прежде чем делать кино. Каждая собака перед тем, как я решился это сделать, советовала. Ты должен пойти учиться. А я не хочу идти учиться, я хочу делать. А уже для делания я посмотрю, чего мне не хватает. Если мне чего-то будет не хватать, я пойду доучусь. Я несколько книг скачал и прочитал их там по 300 страниц каждой книги. Я прочитал каждую книгу о том, как пишутся сценарии. Ну, потратил на это несколько недель. Не просто давай я изучу сценарное искусство или как пишутся сценарии. Ради чего? Ну, я хочу стать умнее.